Всем добрый день. Спустя два сезона использования котла Стропова у меня сложилось впечатление, что датчик температуры показывает не совсем корректную информацию. Что я решил сделать? Заказал в Китае электронный цифровой вот такой вот датчик. И сегодня попробую подключить его к котлу. Итак, для контроля температуры воды в котле я подключил датчик непосредственно на выход воды из котла. Вот так вот, с помощью стяжечки я притянул его к трубе. Провод положил поверху и вывел датчик, чтобы у меня было объективная информация. Пока что перепад несущественный. Наблюдаем дальше. Спустя 5 минут разница на температурных датчиках начинает уже изменяться более существенно. Электронный датчик плавно, температура растет вверх, а родной манометр на Стропове пока уверенно стоит на месте. Для чистоты эксперимента установил аналогичный датчик на возвратку. Точно так же на стяжечке прикрепил датчик и вывел его на лицевую панель. Итак, спустя какое-то время имеем такую разницу. И вот что у нас показывает возвратка.